Погнали сразу на туннель. Ну, куда... А пистолет через часов 10 будет только, да? У меня уже есть пистолет. У Суса уже есть пистолет, так что... Его пистолет и его полицейский машин. Супер. Это как раз ломал. Но пистолеты тут только против людей, потому что против зомби они же шумят. Это неинтересно вообще-то. Вообще не прикол против. Да, стреляешь, типа зомби. Вот, тут. А он умер же, не? Кто такой вообще? Давай друг какой? Это выжившего надо спасти. Он опыт. Награда. Питбуль. Я-я. Все, ловушку можно включить, кто за... хотите залезть, блять. Да надо бы, слушай. Вот это прекрасная игра. Ну что скажешь, можно ебало каждому бить. Ура, через тоннель можно, но я не уверен. Не, нельзя. Ты не уверен. Нет, нельзя. Надо обходить. Не уверен, Мотти. Я упал. А нет, надо идти туда, ребят. Я перепутал. Никто не лайк. Питбуль я-я. А, в туннельчик надо? Да-да-да. Нихуя, это сейчас будет хоррор, реально, что ли? Страшилка? Нет. Подойдите, блядь, сюда. Оружие а, сломано, тупое. Починить. А, у меня все оружие сломано. Да, бывает. На Эрегор чинить. Я понимаю, у меня нет чем, понимаешь? Ёбаный сыщик, иди сюда. Блядь, ладно, похуй, я полутаюсь пока, блядь. Я телефон нашел, мне похуй. Звони маме. Расскажу все пакости, которые Гор делает. И где Ретер, ёпта? Ретер, давай, иди сюда. Ретер, иди сюда, ёб твою мать. Ретер, ёбаный урод. Саня, ёбта. Африканец. Африканец, ёбаный. Нигер. Даниэль. Есть страшилки не будет сейчас. Чья, блин. Блядь. О, страшилка, а вот ясно. Вот это страшилка. Ой, жесткая. Это чел взрывается, ребят. Сейчас а мы четвером сейчас такие, типа. Не заспойлерил. Ой-ой-ой. Спойлер в 2 секунды. Я в шоке. Нахуя сломалось. Вот, раз, открой. Открывай. Я полутаюсь. Быстрее, Ретер, юзай. Ретер, сука, не испытывай мою тип... Сразу видно, не изи. Сразу видно, не умеха. Боже. О, биту. Спасибо за биту, Ретер. Всегда, пожалуйста. Биту. Все, погнали. 19 баксов стоит. 4. Ебать. Вас там ждет. Ну. Через тоннель выходите и надо идти. Куда идти? Спеда совсем, короче. Опа. Ребят, надо идти, короче, к причалу. Ребята. Мужики, как устраивают тебя от этого? Ну да, устраивают, мужики, устраивают. Или сын говна, например. Мальчики еще можно. Там к поселению надо прийти и помочь им забрать бабки. Ё-моё, я на мусорные, я промазал. Карим. Нормально прыгнул, ебать. Как ты выжил, блядь, нормально? А я походу еще костюм, я послушал. Ебать, су, давай. Я походу еще урон не получаю, это урон, это молодец. Падение никакого с твоим костюмом. Вообще ненормально. Чё, зачищаете? Нормально вообще люди? Я за это деньги купил вообще-то. Понятно? Могу себе позволить, так. Ауч. Ебаный. Вы, блядь, не знаете, там зомби, блядь, как взрываются? Да? Зомби взрываются, как они взрываются. Они что, взрывчатка, что ли? Да. Пизда. Твоя. Fucking shock it. А Ретер. Вообще-то зомби умирают только если мы кол в сердце заколоть. Все, надо распределимся, давай. И надо челика найти. Осиновый вообще. Осиновый. Думаешь? Фильмовик обычный, 20.00. Реально? А почему обычный? Ну не новогоднего не будут тут.
Новый год сменил. Мандарин мне в рот. Будет как-нибудь. Ой, то есть новогодний будет. Ну, это... Я бы сходил, кстати, на фильм, и мне вообще Бэт, по кайфу. А, к вам. И мне вообще по кайфу, кстати. Вам надо? Я кайфую с этого. Второй этап приезжает. Туда подойдите, я нашел его. Ты нашел? Я нашел. Я нашел меня. Другие чилики тут. Это у меня. Бэшку возьми. Бэшку. Бэшку? Я не могу. Бэ. Нельзя. Что я дом в центре мне чел сказал? Ну, может подойдете? Ну, блин. Ну. Да, пожалуйста. Не портите картину. Ну и как? Ну хуй ты не открываешь. Конец-то. I got rid of them, but you better reinforce that gate before more show up. You got rid of them, all right? Rai sent me. You Gersel? Oh, you were for Rise. Андрюха, а когда фильмовик будет? You've taken enough. You can't have any more freaking tell him. Айла, please. Just let me talk to the man. Алло, Андрюха, фильмовик будет? Так Ваня говорит, 8 часов, Ваня. 8 или 30? 8? Или 30? 8 написано. Значит, у нас полтора часа осталось. Rise wants his payment, so you make the payment, or things get bad for you. And your woman. You can't threaten us, kick his ass, Birkin. Give me a break, Ayla. All right, fine, here. This is all of it. И хуй ты не отдал мне нихуя, гандон старый. Дед, блядь. Я тебя, сука, захуярю. I got the money. I fucking hate myself now, but I got the money. Сейчас с ним поговорить нахуй, мой, блядь, друг нахуй. Мой дружок. Хотя надо зомби залутать, ребят. Залутайтесь. Деньги, мани. Делать нечто, блядь. Все залутал. А ты, а ты умный ретро? Очень старый ералаш. Нам, короче, надо туда. Видео на YouTube мне высветилось. А новогоднее видео высветилось. Нет, обычное, обычное. Там написано было, Ваня еба. Ребята, а когда будем частушки петь на Новый год? На Новый год, очевидно. А на Новый год обычно частушки поют? Конечно, это традиция, да. Да. Беседовских. Да. Русских. Готовь частушку, ты должен выучить ее наизусть. У меня частушка уже есть сейчас. А лучше придумать свою. Стой, подожди. А нахуй мы это делаем? Чего еще делаем? Чего еще делаем? На карту посмотри. Смотрите, третий день. Надо туда пойти и забрать деньги. Че за... Это чел какие-то обычные обычки? Я вошел. Нет, это даже не зомбу. У бандеровца своя на войне стратегия. Как пиздюлю огребут, так в Россиюшку бегут. Ты прочитал это. Ты прочитал. Ты прочитал. Не верю. У Виталия Кличко очень крепкое очко. Только к заднице любой подберем мы пол с резьбой. Ну крутая, вот это крутая, крутецкая, мне нравится. Ей решил в лихую годину грудью встать за Украину. Сверху был приказ отдан, не пустили на Майдан! Да, вообще кайф, жесть, вау. Тупо разъёб по факту. Бэ, ребят, бэ, нажмите. Бэшки работают, бабушки. Сука, пиво ёбаное, ты можешь подойти? Что ты думаешь? Ну? Пиво. Don't shoot the messenger, I'm just trying to get by like everybody else. Люди в Киеве текут, на Донбасс еду везут. Ох, до чего же гарный, грунт гуманитарный. All I want to do is get this over with. What's it gonna take, huh? Don't need to point out how easy it would be to set this entire place on fire. Jesus Christ. You people are fucking monsters. All my money's in that sack. Что ты понял? Get the fuck out. Я не слышу. Человек разговаривает в игре. И тут, короче, комментарий от Александра Флинда. Класс! Так держать! Мрази этих. Нормально? Без комментариев, нахуй. Вроде вот тут у чела продается оружие, Егор. Да. Ну тут вот пистолет продается, Егор. Чё я чувствую? Иди сюда, где я.
Осчастливил на собамка. Тут у тебя оружие продается. На полтанка. Нету. Не случилось, не случился, что. У меня есть немецкий пистолет 9 миллиметров. Профсоюз. Где, блин? Нет, ничего тут. Как на улице февраль. У меня есть. Кто не скачет, тот москаль. Пятки брякают, а пол согревается хохол. Вот это такая себе была, но ну такая средняя. Прошлая. Мальчик с пальчик, да? О, смотрите, вообще специальное. Как в Эстонии барак создал авиакулак. Мы эстонцы угодим, даже в задницу дадим. Так вот. Нормально, блядь. Ребята, вчера Никто Мишка была смешная, когда ты ушел вообще. Это миссия сейчас на время. Никто Мишка была смешная, когда ты ушел. Что за Никто Мишка? Ну, Никто Ми. Мы играли в лол, а я разговаривал там. Андрей, Андрей Фрайзес не был с нами? Не, его не было, он шел спать. Да. Да. Там вообще смешно было. Я сидел, прикалывался. Приколы были нереал. Приколы были на уровне. Тиктоки в базовую. Да, показали ей твои тиктоки, она сказала, круто. Нормально, не пойму. Одобряет эти тиктоки про инвалидов. Да, кстати. Она говорит. Да. Я ей говорю, ты с инвалидом вообще как иначе? Она мне говорит. Типа. Да у меня тиктоки с приколом, типа? Так мне сказала. Я говорю, ну да. Он говорит, круто. У него, короче, 3000 подписчиков и максимум просмотров 400к на видосе. И мы ей сразу показали, как нужно зарабатывать просмотры. Сам понимаешь. Кого мы показали. Тебя, конечно. Тебя. Чё ты... За мадафака, я сейчас умру. Лечи. Браво. Да ты не открывай. Всегда на Украине, блядь, запоздалый. Запоздалый Украине, да. Ребят, надо бежать в другое место теперь. Ё-моё даун. Блядский рот. Ну вы дебилы, конечно. Я уже, блядь, по пути прошу. Это кто, Рейдер, браво. Рейдер нормальную игру не хочет проходить, хочет прикалывать. Да Рейдер сохранение скачал, что с него взять. На, что с него вообще. Сохранение, блин. Хотя где у Рейдера тоже должен быть слиток у меня быть. Потому что мне преследует. Нет, стыкнул. Рейдер, ты должен отдать пистолет мне. Всё, что я хотел сказать. Мишка бы смешная вчера была, блин. Да хуйня полная. А уже я почему-то верю, Морфа. Ну такая полная залупа была. С одной полчаса разговаривали, и со второй. Ну, можно. Это хорошие, которые долгие, они хорошие. Нет, там очень хорошие были. Это значит, что что-то происходит, они просто душные говорили. Андрюха. Ау. Знаешь, сколько Мортик худел прошлым летом? Ну, на 20 один килограмм. День. Один день. Да, из-за того. Может, 20 килограмм это вода вышла? Чела надо убить. У вас оружие есть, убейте. Я делаю. Наверху, блядь. Сейчас. Одобряешь такую? Один день и сразу глаз. Блядь, поднимите меня. Чё? Поднимаю. Рейдер, подними, блядь. Подними. Можешь поднять? Он стреляет, мафака. Поднимаю я. Ну? А как мне справиться вообще? Нет, блядь. Как набить? А чё, блядь? Чё, а как вы туда забраться вообще? Блядь, чё? Как туда забраться? А где он, блядь, он куда ушёл, блядь? Я выстрелил в него один раз в ебало, я убил его или нет? Выстрел. Да, день. Может, ты как туда забрался? Вообще, одна пуля в ебало убивает в этой игре или нет? Ну, да. А я убил уже или что? Да.
Ой, ебать, нихуя, тупо, блядь, снайпер. Гор надо на... Тупо, надо на пуля, кирпичи. Ну, либо так, да. Жесть, тупо одна пуля, я его убил. Вау. Вау. Ты крутой, видали, да? А если у него сейчас... Кстати, должен был пулемет. А у него был, у него был пистолет? Нет. У него должен был дропнуться, кстати, пулемет, но вы, походу, не успели. Хорош, браво. Навес даунов, а не команда. Гор, как обычно, зарунил. Хороший Гор, молодец, как обычно. Я поднял, не мог, мог не поднимать. А, ты поднял, тогда ладно. Тогда ладно. Ай, Гор. Я нашел полицейскую винтовку, блядь, она супер. В заборе. Иди сюда. Супер, иду, иду. Сус. Супер. Может, у тебя на тут, где я стою, тут видишь что-то? Чего? Где? Чего, блядь, Мольт, ну чего? Короче, и у меня зачем? Оружие и зачем? И зачем сейчас? А это чтобы ты не был разбойником. Не хочу умирать. Разбойник. Ну вас не было, у меня просто винтовка застряла в заборе. Ты спрашивал, мало ли у вас? Пошел. Бать. Какие разбойники, типа, уже пошли. I could say to say that Rice isn't the most popular person in town, huh? No, but he is the most famous. You know the old saying, it is better to be feared than loved. Москаляку нагеляку. Что за лозунг? Просто жуть. Бандерлогу бы за ногу, да обувил ебануть. Ну так. Сюда. Чё? Опять какой-то дебил. Блядь, опять наблевали на вас. Ё-моё, это что вообще за ерунда? Слушай, наблевали, он воняет, не подходите к нему, блядь. Я и не хотел. Блюет, ты человек. Хейтер. Сколько хейтер? Я сейчас застрелю нахуй этого ёбка. Андрюха, Андрюха. А ты видел, смотрел бой Лев easy, против Изи, громила. Блять, да кто это делает нахуй? Я смотрел в ТикТоке. Откуда, блять, ты залупа? Я тупо смотрел в прямом эфире. Ой! Слышь, залупа. Жалак. Он, короче, уронил в первом раунде, но потом встал и простоял все три. Ну, молодец. И чё, кто-то победил? Тарас, очевидно. Тот, блин, профессиональный боец, а этот дебил жирный. Бьет блядь, это, а этот дебил просто может только на Апаше техника, блядь. Такого да, не было. Да, техника на алкашей в этом, Москве. О, боже мой. Факта. Big facts, я бы так сказал. Кто Паша техник там был, по-моему, просто... Это был украинский, да? Максимально нетрезвый. По-украински, да. Всегда почти нетрезвый вообще. Ну вот сейчас он трезвый. Я трезвый. Right now. Чего, блин? Тихо, меня едят. О боже, Мошкин спит. Что-то меня хотят, еще хотят сишку, походу. Я хочу шкундишку. Там много стало монстров в последнее время в интернете. Ебать их тут дохуя, блядь! Ёбаный в рот! Ебать! Я сейчас убью. Я барбекю сделал, ребят. Барбекю. Барбекюшные. Барбекюшница. Побегусь. Как у нашего хохла жопа трещину дала. Не берет обамка в НАТО. Это новые дела. Да иди ты в пизду, блядь. Какого хуй ты вообще ты уворачиваешь каким-то образом? Да иди нахуй. Слушай, помоги мне, блядь. Ой, помоги, я хочу залутаться. Спасибо.
Кто меня защищает? Настоящий защитник. Отечествует. Именно. Тут, тут много лута. Можешь Игорь полутаться, шмотки там какие-то полезные. Супер, где? Вот тут ты рядом. Че он такой живучий? Лута, конечно, много рели. Супер просто. Крейзи мега хэл какой-то сейчас. Это настоящий рай, я бы так сказал. О, еще пакеты. Кил с налом. Аналом. Смешно, да, Артер? Очень. Бля, одного зомби не хватает. Ща. Да блядский твой рот, нахуй. Мой рот. Нигде даже просто нельзя постоять, нахуй, 5 секунд, пиздец. Пиздец, да ебут, нахуй. Карим. Я бы покурил на ашку дишку. Что, подойдете? Да, иду, ретро. Везде куда идти? Куда, ну хоть куда. Где ты вообще? Где ты вообще? Куда подойти-то? К Кариму! Егор. Хузер, давай тяни. Ладно, понял. Ну ты, ретро, может быть, подойдешь, там, не знаю. You're a lot more dependable than most of these drunks. Rise is waiting. Yeah. Maybe we can work together against them. God, I hope not. Еще раз сюда, ребят. Пивы, пиво Депола, давайте сюда. Можно подойти, а не стать АФК? Егор, сюда. Спасибо. I should send every one of you to the pit. Ah, the tower lackey returns. Do you have something for me, friend? Yes, I do. Now it's time for you to give me what you promised. 2 crates of Andazin. I think not. Your loyalty to the tower is nothing but blind obedience, Crane. A coward's submission to false hierarchies. You follow their rules as thoughtlessly as you follow mine. Like a good little dog. Look, we had a deal. Your people need the Altazin. Now, more than ever, I would surmise. But a man who follows someone else's rules is no man at all. Here, I will allow you this much. You promised me 2 crates of it. This is only 5 vials. If you want more, I present you with an opportunity. The athlete there. She's one of your number. Bring her. Он же, блин, отрицательный берет. Men fight for our amusement. I would have the scorpion fight for us. I'm curious how long it would take for someone of her caliber to break. What? No. Now forget it, I'm not doing it. I hear no true conviction in your voice, Crane. You had not yet made your choice, I can tell. Will you be a dog and save the dwellers of the tower? Or will you be a man and save the maiden? Go and think about it. Хватит, он толкнул, блядь. Во-первых, тебе надо бежать в башню. А, черт. А, блядь, нет. Че ты такое, что ты? Что-то увлекательно, не скажете? Какие пиздец. Я пока прокачаюсь тогда.
Майсумба. Ну, чуть использовать трупы, чтобы скрывать присутствие от мутантов. Без трупов давай, блядь. Да, он, да, украинец у него все время. Трупы. На Донбассе живем. Если только украинцев. Дай мне этого, Андрей. А, ну давай. Раз смешные были, Андрюха, в некоторыми политические разговоры. А что там было? Превратился в этого украинца и говорил, что русские плохие люди. Опа. При этом ты с русским говорил или с украинкой? Хохлинкой, хохлинкой. Она жестко бомбила, да, наверное? Она вообще да, я, ей вообще похуй, ей вообще похуй было. Когда на коленях будет, смотри, что у меня есть. На коленях, когда будет стоять против, против русских. Завидуй, сказать, сука, понял? Военных. Тогда я посмотрим, будет вверх. Наверное, разбираться или нет, будет ей похуй или нет. Дебют за Спартак. Руки вверх, да. Ты чё, блядь, я хуя? У кого больше патрон, то ты выиграл. У меня 12. Ага, у меня одного патрона тебе в голову пролетит, и всё, блядь, не хватит этого. Будешь проверять, нахуй. Генератор. Один патрон. Поприкалывался. Сейчас подниму. Прикольнулся над тобой, не. И куда Егор ливнул? Ливнул? И зачем? Оу. Я не ливал, у меня, походу, игра просто удалилась. Что? Что еще раз? Не знаю, у меня игра просто выкинула, не знаю почему, сейчас зайду. Послышалось, удалилась. Удалила, да. Ну хули ты поднимай давай его, блядь, что ты, блядь, убил его. Ну ты иди подними, он там хуя. Я, блядь, ты его убил, нахуй. Так второй, не второй же раз! В смысле, так он побежал, это наш взрыв был, потому что ты там выстрелил. Иди поднимай. Блядь, блядь, быстрее, а как там? Не умер, быстрее, пока он не умер, быстрее, ну, морти, блядь. Морти, блядь, быстрее! А все. Ну ёбаный в рот, нахуй. Посмотрите на этого, блядь, хохла. Видео. Я один раз поднял человека. Да, убил, а убил два раза. Илов. Да, блядь. Вот они русские. В смысле русские, блядь, тебя морты убил хохлот, там. Где русские, только два русских человека, блядь, есть. Это я. И Егор. Значит, мы вам политическое убежище, а вы вот так вот, да? Бегите вот это вот... Инвайт вашему королю можно? Бегите к нам, вот это вот. Я кинул его. Да? А вот так вот. Нелах. Супер. Нихуя они там. Ебать, исчез. Ха! Ебать. Не попал! Ты принял, Егор? Электро... водопроводящая жидкость, блять. Вот что-то. Он зашел, смотрите, 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 посмотрите на это, вот такой, ну, смотри, только гляньте, да. Блять, Саш... А, ща. Блять. У Гора ловкость 4, а ловкость 5, блять, это как? Кто? Что ты сейчас у Гора. Понял, блядь? Ну, именно по прокачке имею в виду. Что по прокачке? Да забей ты хуи! Что хоть твой дурак убил? Crane here. Report. I'm no longer cooperating with Rise. He wanted me to kidnap Jade Aldemir and dump her with him so he can make her fight in his pit. Yes, and? Was that it? What do you mean, was that it? I'm not a fucking human trafficker. You seem to have forgotten how much is riding on this file, Crane. If Rise wants one girl, then give her to him. You'll be there to keep an eye on her, won't you? What the fuck kind of humanitarian outfit are you guys? For that matter, if this project file can save the world, why keep it a fucking secret? We're not paying you to be insubordinate, Crane. Give
Fuck you, asshole. Понял ли, блять? Вот и думаете. Сейчас по факту Guess what happened? None. And our gas man Jeff opened quit on us last week. А кто опять вылетел? Реттер вылетел. Реттер перезашел. Ти. Реттер. Хорош, Реттер. No comments. Руинит игру нам, да, Егор? Руинит нам прохождение. Можно, кстати, полный газ потом выполнить. Это вот, да. Это для украинцев. Ну, я же говорю, выполнить можем полный газ. Ну, ты сам будешь выполнять. Нет, ты будешь тоже выполнять. У тебя газа-то нет. У нас газ есть вообще-то. У меня тоже газ есть. А у тебя нихуя газ. Чей у тебя газ? Ну давай, вот чей. Мой. Это мой газ. Твой, да? Это мой газ. Твоего ничего еще нет, ты ребенок. Он же взрослый. Расскажешь, блядь. Ты копейку хоть заработал вообще? Чтобы что-то твое было. Где нахуй? На завтра сэкономил. На пиве экономил. 16 лет, да, все, можете опять фактом разложил нахуй. Как трубы тебя разложил на углероды, понял? Понял, Морфин? Сосал, Реттер, ну ты заходишь, блин, мы же здесь ждем. Да, захожу, блин. Реттер, ты, блин, вообще нахуй. Че так медленно, Реттер? Егор уже успел зайти и выйти. Че ты смешно? Ты че, да? Черепаха, блин. Олимпиада, блин, у них в Эстонии. По математическим делам так называется. Да. Так, вот я могу лук купить, 3000 деревьев. Да, Кавказ, да, за Кавказ. За Кавказ. Не знаю, где, не знаю. За Киев, Егор. За Кавказ, да, за Кавказ. Да не сдохни, нахуй. Умри. Ну вот видишь, такие людям горят. Да уж. Вещи. Ну такие не особо аффектирные. Да. В Эстонии проживают еще. Ладно, давайте без буллинга. Никиталин. Никитория. Просто умри, мразь, ебаный. Пиздец! Яу! Да. Русская! Пиздец. Да, за как? Не поднимая бокал пива, я купаюсь в фонтане. Я помогу человеку спастись. У меня есть сосовная бита, я могу с ней что-то делать? Знаю, как вы, уроды, а я помогу человеку выжить. Да помоги ты уже себе сам. Где он? А, он здесь, что ли? Плюс 9 все равно. Я рапми. Так, зайди, ёб. Можно зайти? Нет. Он взял еще одного Бенджамина. Поднимаю бокал пива, я купаюсь в фонтане. А, нет, наконец-то ты зашел. Егор, иди к нам. Тихо. Чё, ма? Сейчас. Блядь. Не успел, блин. Вообще капец полный. Я не могу. Че? Помочь человеку. Что-то не успел. Ща! Стадион. Уже в шипаги, блять, Егор убил человека. Так это правильно. Обид на бой, ага. Ой, я не смог человека спасти. Бывает.
А встаньте возле этой фигни, это пешно. Быстро. Вообще миссия будет одна интересная для того, как вы говорите. Надо же себя скипнуть было, блядь. Вот интересная миссия. We could have sealed off that one apartment, but Reckon wanted to save as many lives as possible. It went bad. Somebody had to make the call. And now we've lost the entire floor, including a couple of kids. You better talk to Reckon. I have to get these meds to Lena. Я хочу какую-нибудь миссию подземную какой-нибудь, так что мы лазили, блядь. Типа, а, да, это будет такая, будет. Чтоб скрашено она... было. А там будет, сус. Там как надо для... будет идти в следующий город. Ну надо проходить, уже, блядь, уроды медленные. Ну, вы, блядь, ну вот кнопку просрать одну, блядь. Пидорасы, вы, блядь, медленные. Блядь, ну ёбки. Сус, мы могли, блядь, уже гандоны, давно гандоны. Пидорасы, пидорасы. Гандоны. Пидорасы. Не люди, а пидорасы. Не люди, а пидорасы, вот это я согласен. Я купаюсь в фонтане. Оретер. Оретер. Reckon you showed these people how to survive. Do you know what my pockets were full of when I showed up in Haran? Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting. Listen. I'm gonna talk to Rice myself. Whoa. Hang on a minute. Reckon these people still need you. Okay, just give me some time, alright? There's gotta be another way. A better way. Не купайся в фонтане. Гор, вот не надо Плаксой быть, как это чел. Плаксой Миртл. Вот ты сейчас напомнил мне о Гаррис моде. Я нажимаю, делаю вот так вот. И нахуя ты вышел? Не такой Гаррис мод и Гарри Поттера. Всем пока. Да, Егор. Да, извиняюсь на коленях перед тобой. Да вы заебете, нахуй. Хочу сам выйду уже, блядь. Клоуна, клоуна. Егор, давай без юмора. Станет вообще я. Блядь, полгода думал, нахуй, блядь. Егор. Нахожу в Dying Light, ладно. Ну ты прям, Егор, юморишь. Просто лайк тебе. Golden Marist. О боже. Вот за это ты мне нравишься, Егор, он такой позитивный. Я юморист. Погоди, дай я посмотрю, сколько народу играет в этого. Смотри. О, Егор, 30 человек там. Какого черта мы играем в Dying Light? Ну вот Сус пойдет убирать, и можем пойти в Dying Light. Умирать Сус пойдет? Убирать. Убирать молодым. А что убирать пойдет? Квартиру. За собой. Что-то насрал? Нет, уже, блядь, я бы пошел уже в Грессмо, потому что меня заебали нахуй. Мы вообще никуда не делаем, просто я бегаю туда постоянно, блядь. Сука! Гена! Просто ты чертеж ген, ебаный. Я два часа, блядь, бегаю нахуй, просто бегаю нахуй. Ты гиена, понял, чертеж гиена, ты гиена, блядь. Ты три миссии нахуй за это время. Чертеж гиена. Игра всего за 6 проходится, блядь, в 3 часа, 3 миссии. Серьезно, блядь, 6 часов проходит игра? Да, эта игра за 6 часов проходится, блядь. Почему мы ее еще не заспидранили? Да потому что ты, блядь, медленная. Я жду лифт, нахуй, ебучие, блядь, я не могу зайти, блядь. Ебучие вы бифштексы, блядь. Дебилы со мной зашли в лифт, нахуй. Ты, сука, ебаный бифштекс, блядь. А где инвайт, мне никто не кинул. Блядь, сам, блядь, присоединись. Не хочу, инвайт. Мне похуй, я сейчас выйду, если заходит. Я лук, блядь, купил, потратил 3800 долларов, блядь. А, пистолет мне кто купит? Никто мне, потому что игра говно, мне даже пистолета нет. Пистолеты есть. Там в нем будет 8 патронов, блядь, нахуй. И что, ты куда-то выстрелишь все, блядь, никуда, блядь. А, пистолеты никто вообще не использует, блядь, игра, потому что, блядь, монстры, блядь, много подходят. И
Чёрт. Нахуй, смысл бояться монстров, если пистолет нахуй. Именно ночью, блядь, никто же не... Ты же не будешь, блядь, пистолет ночью, блядь, там апокалипсис есть полёт. Ты что, дебил, блядь? Ты что, тупой? Если ты тупой. Если патронов много, то буду. А слушай, нам надо на крышу нахуй надо идти, вот понимаешь? Мы на крышу должны. Ой, блядь. Она, вот видишь, найдите уделённое место на крыше и сожжите с УГМ, блядь. Как тебе такое, нахуй? Чмо, ёбаное. Сын ты дебил. Егор, пошли паркурить на крышу. Опять же, знаете, это я сохну, блин, дебилов. Почему я не могу просто выйти и все, блядь? На крышу я даже держать какой-то дебилоидов троих. Я тоже вас жду. Не знаю, я вас жду уже. Почему не печатается, блядь? Где все? Где Ретор? Блядь, меня еще, блядь, этот опять начал пиздеть. Игра на 6 часов, кстати. Мне уже наиграно 8. Чур! Рим! Рим, what are you doing up here? Пышная. Сейчас будет прикольная миссия будет. Скипаем, скипаем. Скипнул. What's up? See that skyscraper? Scout from the volatile nest. Что нам бат пьет нахуй? Да. Running missions at night. We could totally do that. So I'm thinking if we planted some explosives. О, Сус, сейчас будет крутая миссия, какая тебе нравится. Крейн, we have to do this. Со страшилкой? Ну не прям со страшилкой, но там надо бомбу заложить. Блять, почему мне это даже нравится? Да? Ну круто. Там бомба, бал. Я говорил, что хочу какую-нибудь страшилку. Чтобы будет в какой-нибудь пещере, нахуй, и... Вот. Будет. Почему не печатается? Look, Raheem, we don't have any explosives. None. The closest thing to what you're talking about are Spike's firecrackers. It's impossible. You don't know what it's like. Тут? Андрей. All I can do is watch. Stop my ass and watch everything happen and do nothing. I don't want to die here, Craig. Not like this, not helpless. If I go out, I'd rather go out doing something. What's this? We set to fly out on Sunday. They quarantined us on Thursday. I already had my bags packed. I'll keep my eyes open, okay? If there's some way we can make this happen. Whatever. На крышу надо. Я чё, паркур, блядь, должен делать или что? Да, ты обязан, нахуй, игра про паркур. Да хватит уже ныть, играй с её удовольствием. У меня нет удовольствия вообще. Да ты ноешь и ноешь, как папич, да, ну да, ёбаный в рот. Говно, блин. Сусуд залез, Егор залез, Ретор не залез. No comment, Ретор, no comment. Подойдите, я... Подождите, да, 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 подождите, ага, я полетел, я короче, стоюсь, давай. Я стоюсь, я медленный. Я умный, нахуй. Я немедленный. Зачем Егор, мне лезть самому, сюда. Если вы залезете? Так, а? Я прилетел, никто не полезет. Ну, блядь, Б просто зажми, Егор, все. Зажал, и чё, ничего не появилось. Просто на крышу... Вот, наконец-то, блядь. Крейн, do you copy? Крейн. I want you to start the antigen drops again. At least near the tower. These people need help. Что за клоун? Что за клоун стоит, блядь? Кто же такой не видится? Это кто, блядь, нахуй? Какой-то Егор, блядь? Что, блядь, блядь? Да кто так? You start giving us some antizin and then... Чего он с вами играет Раут, блядь? Клёв подошёл. Пиздёшь, пиздёшь, блядь, какой нахуй сюжет в игре про зомби, блядь. О, ластичку посмотрим, да. Да иди нахуй. Идём к Раису. И с ним тоже пиздим, да, я правильно понимаю? Ё-моё, блядь. Значит, есть геймплей в этой игре, есть миссии, блядь, на где мы просто не пиздим, а играем, блядь. Да. Игорь, мышку убери, пожалуйста. Да-да. А сейчас мы пойдем в пиздатую миссию, Сус, которую ты хотел. Ля пупочек. А?
Сейчас будет крутая миссия. Ретор. Иисус. Егор. Полк все фиксировали? Да. And listen, Jay, Боже, Патрик, это гнусно, и мерзко. Извиняюсь. Прошу прощения. Ладно там от Андрея. Патрик, главное, держись. Держу себя в руках. Именно, это самое главное. Будь как... То есть в руке. Как я понимаю, девочки симпатичные. Там это румерца. Ну пошел он нахуй, блядь, нахуй. Ретор, бэм, бэшку, можно бэшку? Это хуесос, блядь, не русский. Истон, тебе надо оскорбить человека, да? В грязь его закинуть. Спасибо. Просто. Топтайте. Взять говно есть, и просто нет. В морду просто так кинуть. Если бы мой кажется, все вот так. Вот как Андрей показал, рассказал. Андрюк, Андрюк. А с мужиками пойдешь Гарри Смот Гарри Поттера играть? Нет. Нет? А с девочками? А с... ни с кем. Охуеть. Там с урок... девочками нахуй. А прикинь, уроки можно на уроках сидеть, типа, понял? Типа, ну, почувствуй себя школьником хоть где-то, а не старым. Хоть где-то закончишь школу, блин. Сук, мы вообще-то на задание идём. Лучше это, в Хитмане там, это, знаешь, по скрытному. Скрытному, блин. Школу? Поэтому, поэтому, поставился как-то. Вчера я спать ушел, у меня, короче, посередине миссии улетела игра, у меня, типа, на эксперте, блядь, было без сохранений. Где? Я просто комп выключил и спать ушел. А где ты играл? Жилой эксперт. Андрей, ты что играл? Я прослушал. Hitman. For real? For real. Не печатает, да. Ладно, ты пойдешь Гарри Смот, Гарри Поттера, по РП отыгрывать уроки делать. По РП отыгрывать пидораса. Вот это правильно, Андрей, вот это по-нашему. Туда этих пидорасов делают. Я считаю, да. Фул РП. Пидоров бы я всех убил, нахуй. А это во сколько времени будет, вы мне скажите? Вот. Кстати, через час будет фильм «Тодик». Тогда это быстро, надеюсь. А, нет, с вами нет, с вами не быстро. Значит, через час, а через час «Фильмовичок». Да. «Фильмовичок»? Да, обычка. А ты в чат не смотришь, да? А ты в чат не смотришь, да, Патрик? Бачу, теперь бачу. На весь чат написано «Фильмовичок». Ты еще заинтересован, чтобы ты был. Сделай так. Чтоб Ваня понял, что ты в деле. Я в деле. Чтобы он сразу считал в голове. Ребят, бэшку. Даунтаун. Бэшку можно нажать. Не, ну я бы в Гарри Поттера, конечно, пошел бы. Но а на фильме тоже можно. Ты тоже? Я хочу, мне нравится, да. Мне вообще нравится. Там прикольно, Патрик, мы играли. Качаю Гарриса, иду качать. Гарри скачай, да. Гаррика. Там еще сразу на сервак зайди, чтобы скачалось у тебя там еще котята сервак. Я уже в Ковтевране. А я в Пуффендуй. Я бы в Пуффендуй тоже пошел вообще, на самом деле. Быть таким дебилом, конечно, хотелось. Пуффендуй. Ну приходится быть умником, как бы. Ну тут как бы я сама поняла, как бы кого она. Шапка не врет, так вам скажу. Пуффин. Саша шляпик. Надо бесить. Вот какой поинт я показываю. А ты видел ее? У меня там аккаунт нет. Что видел? Ну почему ты уверен, что она без? Так вот на одежда. Игра стоит 100 рублей разные. А не, у меня на джопич есть. Ну, жопич. Ретро, а ты здесь, а? Я. А это, подскажи, какая у тебя видеокарточка? 2060. Обычно, без супер, да? Да. А почем взял? Взял. А у меня такая же вообще-то. А Зуса, ты почем взял? 30 чем-то. 30, блядь. Мне 3060 Ti предлагают за 80 тысяч. Стоит брать? Да, бери, брат. Я прям купил перед этим скачком, блядь. Ну, на то время 32 тысячи стоило. Пиздец! Ладно, зря я спросил, у меня теперь тильт начался. Спасибо за инфу, так.
Так, о, есть Гарик. Ребят, идем. Я даже поиграю. Ради вас. Я даже, знаешь, я вот, ну, да, возьму твоей маме, ну скажу. Ебать, это чел. Тут можно полутаться, ребят, лутаемся. О, лутаемся, вообще лута миллион. Лутер-шутер. А здесь еще зомби или эти... Тут и зомби, и люди. В смысле? Зомба-люди. Как люди, а если... Зомбоящик. Фильм такой выпускали, помните? А тут зомбоящик, да. Зомбоящик. Ой, блядь, мне вообще плохо. Там еще этот харламенько. Ломаешь что-то, да? Как ты черчешь ждать тебя? Ну, блядь. Тупой, блядь, не может пробить. Я умер. Варь. Надо что-то разобрать не нужно, я вот считаю. Надо, надо. Простую трубу. Я минер Радивар, да. Ред разобрал чертеж? Нет. Какой сзади, там? Иди сюда. Вот тут. Вот здесь. Да я вроде тыкал. А, вот, да, выучили бокс продавить. Блядский рот! Мама! А я забыл, как внутрь попасть, ребят. Ты тупой, мы тебя ждем уже год. Это где? Там через верх. А, Ретор, мы зачем-то обходим, ну ладно. Бомбашки идут. Слушай, нормально, можешь сделать? Это твой мамульку. О боже, Сус. Делай как надо, и все будет как надо. Это да, это правда. Это да, это... Жаль, Макс. То есть, да. Говна. Блять, нахуй загрузить, блядь. Этого без вас нельзя. Удивительно. Чёрт. Короче, здесь, типа, много можно получаться. Это прикольная миссия. Много лука. Я как иначе буду. Тут, вроде, оружие дадут. Я не... О, не уверен. Круто. Так ты говоришь, каждая миссия. Я нихуя не верю. Вот это прикольная миссия, мне нравится, кстати. Вот, вот отсылка, ребят, узнали отсылку? Где? Вот. Это на этого? На Half-Life. Well, отсылка на... О, боже. Отсылки на Half-Life, на бездарную игру говна. Ну не прямо на говно, но ну, просто... Ну не на видимо же, блядь, тварь. Да, тут страшилка, походу. А, не. Нет, там нет страшилки. И бог сейчас тоже какого-то тебе будет типа. О, страшилка, кстати, рядом возле меня. Могу пройти, пиковый человек. Вот здесь надо пройти. Да бачу, бачу. Туком ходит. Туком дебил ходит. Ну, это труп. Это трупы. И чё? Ну, это правильно, он сюда. Чел. Да сюда иди. Вопрос по скиллу. Отсутствует. И этот чел после этого выжил, да, еще? Да. Ну, это типа пиздатый чел. Что он с двух эрах у меня стоит. Тут их... А теперь мы пиздимся с этими челами. Хуярим их, ребят. Это я его. На нахуй, гандон! А подскажите, это надо в мастерской искать, да, Гарри Поттера? А это за сейфишку, а IPC-шку я тебе скину, подруга. А, ну давай. Сейчас. А ты фанатик, да? Гаррика. Гаррика? Ну да, нет, мне нравится этот, как его? Боже, Дэниел Рэдклифф. Скоро будет как актер. Барри Джо спецвыпуск с ними. Как актер? А, да, видел, будет. Как? Секс. Насчет секса не знаю. Гай, кагай. Вот так я скинул чат, общаемся без негатива, без аут. О, это мне нужно. Без аут негатив, you know? Бачу. Сус, побежали. Че ты, блять, меня зрешь?
Я это наш верно делал. Да пушь. Ебать его бошку захуярил, видели? Бошки дымятся, чувак. А там убегает чел какой-то. Ну зомби еще. О, зомби. А, да не бачу. Опа. Я дерусь соло здесь, если что. Мама. Слишком много людей. Что, блядь? Станин. Ёбнулись. Тут Станин, принимай гостей. Магические будни в Хогвартс. Е-е-е, Патрик, ты там еще качать тебе надо будет, сервакса. Ну да, я подключаюсь. А что, не подключает, не понял? Там еще скачать надо, Патрик. Теперь здесь там надо качать, найти. Там качать надо будет, ключ найти. Байтов. А, ну покачай пока. Орешки, мне сейчас подобрал орешки. Тут надо найти шоколадные орешки. Ну то, конечно, тут реально много. Металлические там. И сколько ты уже наултался, Ретер? Не знаю, я просто хожу, лутаюсь. До вас не могу дойти, просто из-за лута. Нет, то что, тут много. Шоколадные орешки. Нам надо на Nexity общить помещение. На Nexity. Бедемся по Nexity. А, вот. И чё ты нашёл, Морти, ё-моё, чё-нибудь, блядь? Jade, no luck with any antizin. Looks like we'll have to talk about that other option. А, 5 гигабут, ну ладно. Я его буду, yes. Я возьму не гигабут, а не тебе бы поймал. Аэрозоль. Шоколадная рожка. Там уроки будут, Патрик, готовься, там наверное, будет отвечать на вопросы. А, сейчас надо балла. Дневник принести. Надо ключ от подвала найти. Блин, сижу, сука, с вами разговариваю, шучу, блядь, нахуй. Мне даже отвечаете, блядь. Опять, да? Андрей, что бывает. Там Андрей говорил? Там нормально. Я спрашивал у Патрика, сколько гигабут надо качать. 5 гигабут, ну да, я услышал. Слышал, блин. Слышал. Ты услышал, я тоже, кстати, да. Просто лицом не говорил. Ладно. 72 дня на морозе, каннибализм. Почему этот шкаф не будет? Интересное видео. Видео интересное. Только как? Ё-моё, взрыватель! Я умер. Бомбермен. Бомбермен. I'm dead. Взрывашкин из суперсемейки. Просто тебя идти поднимать, а то ты на начале будешь. Ступай, где вообще? Мы в самом низу, Ретер, уже. Мы что, обратно пришли? Нет, мы типа в самый низ. Надо нам подвал надо. А где мы были вообще? А мы ключ от подвала нашли, и нам теперь обратно надо вниз. О, боже. Да, миссия топ. А нахуя? Беседа. Так, да боже мой, где мы нам? Да сука! Куда? Чего ты набегаешь, дебилы? Жопа чешется. Тебя смотри, здесь радио. Не-не-не, вот туда. Правильно. А, так вот, я открыл. Так я открыл, вот, куда вы пошли. А. Ребят, ну вы, конечно, даете. Дайте, молодёте. Начинается супер. О, зомбу. Ты на... Ёб, помоги, ёбаный в рот, меня ебут! О, смотрите, опять взрыватель онлайн. Ну ебут и ебут. Взрыватель. Гвер, спасибо за совёл. Идите сюда, тут нужны вы все, ребятишки. Лутаешь. Лутаются, да, выбег. Поглое усмиренное тело. Нет, чё надо крутишь? Пойти. Чё крутишь? Всё так кручу. А, не да, вам а я воду убрал, Ретер. Супер. Крутил себе там, блядь. Очков, сначала бегай, там крутись. Накручивай себе там. Нормально ты вспомнил. Изменение опорных реакций, баллов. Ещё кто, блядь? Сыновья, я лутаю. Ты чмо? Да ты грубишь мне. Ну, вообще да, грубит. Разбросанные, блядь, по всему зданию. Вообще...
Рубиан. Лев. Опа. Why don't you just stick your head out the door and shout, "Here we are, come get us!" Hey, sometimes there's nothing wrong with the direct. Get us, она сказала. Shit. Shit. Plastic explosives, right? Right. Yeah, I got it. Кстати, будем убивать эти челики идут нам. Конечно. Еще наверно стрелять нахуй. Don't be ridiculous. We'll fight them together. And risk letting them keep this much ordnance? No. Just go. I got this. Meet me back at the tower. Oi. Promise me you won't let Rahim near that height. What? Yeah, of course. I promise. Just go. Бабы. Уярим его. О, лут. Give me the loot. У меня какие-то другие данные. Рэтер, захуярь, помоги, блядь. Ага. Минус один. Ребята, я подкатил. Давайте, скажи сами. Да, он блокирует, блин. Учи. А он типа элитник. Побежали. А куда залутаться нам сюда? Элитникс. А, да, точно, это же игра крутая, где лутаться нам. Так тут лут, так важен лут здесь. Это важно, ребят. Лут не важен. Лут очень сильно важен. Кому-то не важен, а мне важен. А честно, там не вообще. И куда ты побежал, Сус? И куда ты побежал? Лутаюсь, лут важен тут в этой игре, лут важен. Да пошел ты нахуй. Там нету лут. Там был лут. Ну лут и на кью чекать. Знаешь, на записи. Это все хуй. Я посмотрю. Потом. А я отсосу, пожалуйста. Где уже ночь, будем что-то делать, думать. Ультрафиолет лучше возьмите сразу. Ультрафиолет. Грибник. А мне так хочется. И куда он? Блядь, он потом... Боится. Грибница тупо. Вроде по сюжету надо будет типа вроде этого чела поймать. А все, покиньте школу. Егор, вот ты покидаешь школу. Я хотя, ночью. А можем наверху чела захуярить, хотите? А да. Ну вот тут это вот огромного хуя, который. Хуярь его! Ретер! Огромные хуи это для меня. Че он убегает? А он типа боится тебя, блядь. Не замечу. Чё, блядь? Я ультрафиолет, я там хуярю. А-а-а. Убили его? Нет. Нет, он сбежал. Да тебе не тают, бабочки. Это он? Можем, кстати, вот ночью походить, поубивать этих зомбарей. Четверо. Нам будет легко. Я бы пошёл бы ночью, хохлоп, блядь. Я бы твою маму. А нахуй вы фаеры покидали синие? Это не я кидал. Так а нахуй я? Просто потом понадобится. Я просто жидкость никого захуярил, они, блядь, горят. Пиздец, прикольно. Бать кто-то. Что мне с рука? Смотри. А. Ну что ты там, как скачал? Качать? 25 из 36 скачено. О, уже почти. Ну ты, Патрик, как он кончал? Было, да, было сегодня. Погнали тогда. After race? After race. Как Келли увидел, как она плачет, я думаю, все, ё-моё.
Пора. Пора, реально. КК для пике. Ебать ты ниндзя, Сус, ну ебешь, ебешь. А нет, лампочки. КК для пике. Нет. У меня в животе летаю на бабочке. Реально. Трудно. Ой, я достижение получил. Да, лампочки, на-на-на-на-на. Почему трудно, если легко? Трудно это, когда в Эстонии родился, Ретер. Можно убить этого хуя, давайте захуярим. Сус. Давайте мы не будем. Какого хуя? Да вот это гандона. Ну какого на, хуя? Знаете, по жопе будет. Запускай. Где он? Где он, блядь? Пропал. Да, пропал, блядь. Испугался, блядь, нас. Зассал. Бывает, бывает. Я вас жду возле этого. Ща, а... ща я приду, я выложу на него шмотки. Запускай. Давай без этого. Что без этого, блядь? Я шмотки выкладываю, блядь. Нигер? Прошу прощения. Я вот не понимаю, блять, это влияет как-то или нет? Что? Да что, блять, ты вообще, блять. Можно поговорить? Зайти... Ретер. Да, ща я. Выложу шмотки. Блять. Ха. Ну сверху выложишь. Там тоже выложишь. Попался. Джебайт. Костин говна пропускает, я вас забуярю. Я предупреждаю, блять. Нам надо самолет. О, фига себе, самолет летает. Капец. Прости, мы. Надюжил. Гором. Андрей, тебя слышно. Что? Говорю, минусушу. Очень хорошо. И кого? Блять, кого там, а? У меня только Наталья была. Я сейчас вообще не понял, у кого было. Боже, блять, Ретер, зачем? А зачем ты перезашел? Что лагает? Блять, да этим в пизду, нахуй, блять, уёбки, твари, говна. Грисмод такой, Сус? А где Егор? Пошли в Грисмод, всё, заебалось. Да нет, не да не надо. Это пиздец полный. Давайте под эту миссию пройдем и пойдем. Ебаные твари, нахуй, я вас ненавижу, уёбки. Давайте вот эту миссию пройдем и... Пусти говна, да просто нахуй мортите тоже, блядь. Кто-то ещё... Да ты охуй, я тебя не обзывал, ты мне, сука, гнида, блядь, просто плюёшь в лицо, блядь. Я бы плюнул два раза даже, если бы у меня сын был. Чего, блядь? Я бы ни разу. Кто-то один? Я просто знаю, как Морти важна эта игра. Блядь, не так сделал, блядь. Это... Сейчас ты долго тебя ждать, ёпта? Хом за 200к купил человек. Долго Ретера ждать, как думаешь, Морти? У него есть минуты, вот сейчас вот... Сейчас вот 24 сейчас минуты, если 25 минут становится на часах, то все, я выхожу сразу. На часах 0-0. Ретер пытается подключить, все. Сука, в следующий клуб зашел, тварь. 0-0. Саид told me about the explosives you guys found. How perfect is that? Это последний миссия, кстати. Да. Потом, третья глава, сэр. Yeah,
Would've been better to turn up some antis in, though. На часах, ноль-ноль. Мне дала пачки. We have to be able to get our asses out of there before they blow. Whoa, we? There's no we in this. I mean, yeah, that Nest Andrew, needs Andrew. To go, now it's possible, but if it gets done, I'll be alone. Говорю, на часах 0-0, чувак. На часах 0-0. Чувак. Россия, Украина, бля, скачем, скачем на Дерфина. I'll contact you as soon as Saeed's finished with the charges. And do we have a deal? I guess. Do we have a deal? Yes. We have a deal. Okay, one more thing. I keep seeing this bizarre kind of infected. Is Dr. Zera out of his trailer? I'd like to talk to him about it. Nah, he's not sick. Maybe visiting Dr. Lena. Thanks, kid. I'll see you soon. Anna Chisel. Здесь есть что-то не нравится. Выйди с игры и заходи в Гаррис. Сука, блядь, подстрекатель ебаный. Ненавижу, умри. Ладно, шучу. Шутит. Ник, да? Да, хохлы так шутят. Попиздеть, чуть перед снигером, блядь, просто игра попишет, это дерьмо, блядь. Кейн, yes. How can I help you? Crane, remember when I told you about that weird infected I saw? You know, the one who took one look at me and hauled ass away? Well, I just saw another one, and it did the same thing. Hmm. I believe I have heard your colleagues talk about those creatures. The Bolters, they call them. Apparently, they favor certain areas of town over others, but only appear at night. I don't suppose you could catch one and bring me a sample of its flesh. You see, a thought occurred to me. A long shot, I realized. But if these creatures favor areas where I left my experimental bait, well, let's not get ahead of ourselves. Please do obtain a sample, but it has to be fresh. So you have to get it back to me quickly. И пиздит, и пиздит. And where exactly do I find these things? I'm told that quartermaster chap has been keeping track. Я вообще, ну, ничего не было за все время. Геймплеем ноль был, восходил пиздец людьми, блядь. Жирный, блядь, негр. Жирный негр. Забавный ты чмошник. Чмо. Ёбак. Гниль. Позор странный. Можно... Позор странный. Егор. Позор Нижнего Новгорода. Зато радость Иванова. Это факт. Ноль, ноль. А на часах ноль, ноль. Зера asked me to bring him a sample from that bolter I saw in front of the school. He said they've been spotting. Get out, говорит. Ой, наш вам поскипать, говна. Чекирёшкин. Дай пять пиздюк, сука! Да ладно, я скипну. Я просто задание взять хотел. Так, у него, надеюсь, есть это оружие купить, да? Можно подойти, блядь, человеку собрать. Блядь, хочется очень. Doc Zera says you know where I should look for these bolters. Это еще open. Просто нам сказал, блядь, и все. Ну сразу уже за эту как девица ебаная. Тремя девочка. Девочка ебаная. Ну только я умеешь, блядь. Я поезжу, пизжу с дебилоидами. Бегуны, блин. Че, накричались, блин. Девочка ебаная. Кто зашел? На часах, ноль-ноль. Кто зашел, блядь? Кто зашел? На часах, ноль-ноль. Можно, блядь, escape нажать? Куски говна. Сыны. Кто мяукает? А, кстати, нам надо идти спать, Сус. Так трясет. Да иди нахуй, блядь! Нет, мы идем спать, идем миссию, поэтому ебаный, блядь, еще на. Его, да? Сейчас, погоди, Сус. К нам наверх. Куски, куски дерьма, блядь. А так нам надо поспать. Да на часы. Мы вообще будем играть в игру на хуй. Ну сейчас надо поспать, и на... эта миссия только одна, чем проходит. Ноет, 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 ноет. Дерьмище, я не играю, дерьмо, кусок говна, блядь. Да ты, блядь, ноешь, ты ныть, ебаный. Ныть. Девочка, блядь, баба.
А он нравится бегать и с ним болтать, да, блять, нахуй охуенно. Да. Болтай, болтай. В игре про зомби. Болтай, болтай. Ну иди, блять, создай свою игру про зомби и убери весь пиздеж. Кто-нибудь может поверить? Я сейчас зашел в Гарика. А сейчас, Патрик, я тогда Alt 4 нажму. А, так, что-то у нас Puffin, Dewey, Slytherin, Все, это вот эту миссию выполнить надо. Все, пошли, 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 пошли. Короче, надо всё, найти... Просто минимум. Эту миссию я выполняю, и, короче, и все, мы где ловить его? В Гарриса? Короче, может, надо... Он вроде на карте должен появляться. Вот, видите, вот я вот... Черепок? Вот это... Да-да-да, вот этот я поставил. На часы. Куратора мама, ноль. А куда идем? А пошлите убьем мы сюда, идите сюда. Это по миссии? Это по миссии? Да. Ты уверен? Да. Я ее проходил, блять, я же знаю. В смысле ты проходил? Я прошел. А он всю игру проходил. Ты всю игру проходил? Да. Представляешь? А ты не можешь мне сказать, что это говно полное, не нравится? Мы вот хуйню тратим, ноги не тратим. Не мать, не мать. Нравится. Вообще ноль геймплея, блядь. Это чисто, блядь, химорит, нахуй. Райтер, если что, если ты к нему быстро подойдешь, то он убегать будет. Надо к нему незаметно подобраться. Стелс-миссия. Не прям стелс, просто надо его убить и все. О боже, даже не настоящий стелс. Даже это не сделали нормально. Сука, нытик ты ебучий, блядь. Ты сдохнешь нахуй от спида, блядь, когда-нибудь или нет, блядь. И будешь чем-то доволен. От спида вряд ли. Ты можешь, блядь, довольны быть чем-то, блядь, в этой игре? Нет, блядь? Допустим, чтобы геймплей был, блядь, не просто беготня какая-то и разговоры. Блядь, на меня напали. Ты беги тогда и разговаривай. Ты беги и разговаривай. О! Это что за лоб? Алло, мост. Бегает, мразь. Ну у кого там, блять, нахурация, блять? Нацисты, блять, Патрик. Вот нацисты, блять, на связи, блять. Да. Нихау, блять. Джованни Патрик. Я нашел его. У Патрика там переговоры. Смотри, там у тебя... Как в ёлках, блядь, поездка, дай брат. Ебать он этот дабстепчик. Смотри, тикток, тиктоник. Слышите? Можно идти обратно. Ебать он флексит. Миссия выполнена, супер. Да. А, ништяк. Ну, блядь, помогите мне, ёбаный в рот. Было без звука. Ночами. Без тикток. Не гонит, слушай. Сука, помоги. Миссия топ. Идите нахуй с сыны говна, блять. Ненавижу вас. Прошу, блять, помочь, а не сыны говна, блять, хуйню какую-то снимается. Урод. Почему можно назад? По миссии, как. Я, Рейтер, меня захуярил этот гандон. Да, миссия побегал. Меня гандон этот захуярил соло, блять. Не знаю, я выжил. Мама. Ты, блять, нихуя не делал, ты АФК стоял, ты урод. Я бил негров. Ты нихуя не бил, ты не бил того, кого надо, блядь. Ты бил дефолтного еблана. Ну и чё? Через плечо, ёбаный козёл. А он тебя не обзывал. А ты чё ты его обзывал, ты не обзывал? А ты, сука, не возникай, гандон, понял? Карцер. Модератор. Карцер нет. Так на главного админа лучше не быкуй, чувак. Иначе, чувак, отлетишь, так называемый. Коктейлерник. Как говорится, админы пидорасы, я это полностью подтверждаю. Может, подождёте к точке, нет? Бегу. Что вы делаете? Марк-трактор пытается подключить. Я бегаю, это же в этом году. Боже. Охотник, ее, крутой режим, обожаю. Хорош, может, не убить. О, боже. А как добраться домой, блин? Почему ты не закрыл лобби? Или ты закрывал? Да может похуй, там любит говорить, как я. Да может нравится этот режим. Бывает, говорю. Может нравится режим. Когда за ним охотятся. Молодец, Морт. Охотник, блин. Боже, мама. И что, он туда может забраться? Мама. Ну, он сюда не может забраться, это обоссанный лох. А, то есть нам нужно просто переждать, мы даже не можем сдать задание. Нет, круто, мы можем. Круто. Вау, крутая игра, Морти, крутая, вау.
У сына говна ебаного дерьма, блядь. Да, любимая игра. Бегаем, говорим, бегаем, говорим. Вот мне нравится. Вот я, видишь, бегаю, я, видишь, я и сам говорю. Бегаю, твоя игра, мне нравится вообще. Может, отбить его? Может, отбить его? Вот нет? Просто, а погнали, она просто погнали. Сюда. Она просто вот сюда, на метку. Да. Я его, блядь, взял бы, нахуй, отпил бы ногами. А погнали, а где он? А где он? Сус, погнали. Да сейчас, сейчас, ну, подожди. А там... Я бегу, я бегу. Там тиктокеры стримят на Твиче с Вилоном вместе. Всем там... Вау, круто, круто, вау. А они бегают и говорят это... тоже? Он прыгнул, он прыгнул. Ебанит этому долбоебу карцер наконец-то, блядь. Боже, ясно, токсичные ублюдки, чтоб вы сдохли нахуй, ваши матери вместе. Ой, а я тебя не оскорблял, тварь ебаная кусокомная. А у тебя оскорблял, хуесос. Меня он устал, меня он убил. Тебя бил уже? Да-да-да. Ну уходи, блядь. Ой, а чё там это, да, Иван Золо, да, там? Иван Золотерский? Нет, Бен Урбин. Посмотрим, да. А на каком канале стримят? На канале Никоглая, блин. Никоглая? Канале Добрая Позитива. Бля, боже, не будешь это делать, нет? Да я слушаю, да. Я ультрафиолет хотел ответить, я не то взял. Ретор. Тут новый канал. Я бы тебя нахуй монтировкой, бля, ебальник снес. Я тут вообще никого не знаю, кроме Ивана Зола. Чё за уроды? Я так и заказал, по-моему, эти поштани. Николаевич, да. И брал... Я, короче, два раза так делал, не помню, чё. Ага, да. Человек убит. Блин, мы можем сдать это задание или нет? Я не понимаю, что мы делаем. Это просто... По-быстрому просто сольемся и все. Не, мы можем просто его за... Райтер, мы можем просто схурять его гнезда и убить его самого, и он уйдет. Стоп, буллинг. Я пошел за гнезда. Так быстрее, это чтобы он убил нас. Это долбоеб, если что, вас всех видит на карте. На Q нажимает и видит всех. А, да, у нас мы тоже видим. Если он близко. Оо, он бежит. Да, блин, я не знаю, что он переведет ему полмиллиона. Вот это? Да. Да уж. Ну, говорит, бездарный. Ну. Может, по-моему, даже микрофон светится. Тут я бы, бля, поспорил, конечно. Покликай, Патрик, покликай. Давай. Сейчас я тебя покликаю. Кликай, да. Сказал нормально, как 42-летний человек. Райтер, вот мы рядом, мы можем просто светить, блядь, и всё. Да, да, да. У тебя есть бомбочка кинуть? Погоди, Райтер, иди сюда. Иди сюда, я возьму, погоди. Ракета вроде. Уже кого-то убили. Я побежал, не знаю. Мактрахер атаковал вас. Меня опять он убил. Ник, нормально? Уже? Ретера, я взял, все, пошли. У меня, правда, КД будет теперь? Пойдем. Для фонарика. Ну, дерьмо, блядь, может, иди пизду, все, я уж ему никогда не дают. Дерьмище, блядь, ебаное говно, блядь. Даже не сервер можешь настроить нормально. Блядь. Да ты, блядь, он рядом. Сингал назад, Ретер. Он сзади, сзади, да. Вот он прыгает. А он хилиться не может, да? Он не может хилиться, он хилится, когда ты убивает, не светишь. Да? Не светишь на него вот это ультрафиолетом. Понял. Просто свети на него ультрафиолетом, о, и все. У него есть хуйня, которая выпускает, когда, чтобы убирать ультрафиолет. О, он сидит тут, слева. Я хуярю, Ретор. Хуярю я просто. Ультрафиолетом. Ебучий хитман, я, бля, сейчас всех убью, блядь. Все. Мы первый сломали. Вот так вот идем. Ретор, надо на экзит. Да, 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 да. Дядя. Нам не дал. О, тут девочки на сервере есть, нифига, блин. Тогда. Да, я много сил, так много девочек сил. Сейчас. Меня Слизерин засунули, ё-моё. Серьёзно? Да. Ну ты, блядь, как твари будешь носить. Дебил. Ты как этот... А меня опять дебил убил просто. Надо хантиться. Похол, чем мы выиграли.
Надо еще next, еще что-то. Мы выиграли, блядь. А тут так работает, да. Отсоси хуй, Реттер. Реттер, надо вместе ходить просто. Вместе мы сила, я бы могу так сказать. Same, а он... Какого, блядь, справа. Каком, блядь, месте мы сидим? Вы на кьюшку можете прожимать и смотреть, где он. На карте, мини карте. Не важно. Очень полезно, прожал. Очень полезно. Мне хотелось бы в этот рыбы играть. Я изучаюсь, изучаю этот режим, мне очень нравится, начинает уже. Это он меня схватил. А, нет, успел. Говновед. Я успел свалить. Я не бачу. Я нажал на кьюшку и ничего на мини-карте не вижу. Но он когда близко, там сотка метров, 200. Сотка, да. Сотка. Да. Сотки, тачки. Тебе до подписочки. Да. Спереди. Видишь, да. Я сейчас разрушу его гнездо. О, он у вас, он у вас, он на звезде. Где, а где? А как разрушить? Как гнездо разрушить? А, просто бить? Да. А надо ультрафиолетом в него. А долго что-то? Ультрафиолетом быстрее. Кстати, а, он меня убил. Я разрушал его гнездо, он меня убил. А, мы проебали, блядь, вы лохи просто нафидели. Да, очень интересный режим. Блин, на еще раз, на еще раз. Я сейчас не понимал, нафидел, и сейчас хочу еще раз сыграть в этот режим. Ты напиши своему другу, вот этому, которого вы сейчас сыграли, и чтобы мы еще раз сыграли с ним, мне очень понравилось. Напиши, говори. Понял, да? В центре Казани парень делал предложение, девушка сказала ему нет. Обидно, да? Обидно, наверное, было, Рус. Где он, блядь, пусть меня убьет, блядь? Слева. Да боже, вы закончите эту игру, уродцы. Я просто найти его, чтобы он убил меня, блядь. А он у меня... Убейся об него. Он меня хантит. Но он надо мной, он надо мной. О, он нашел меня. Боже, федера ебан. Мама Гессатера могли убить его. Ага. Боже. Ну и что есть. Ну любить, кстати. Он любит. Бита личинок прыгунов один. Хороший сус. Можете эскейп нажать? Нет, не могу. О, перебежать, опять бежать, вау, круто, геймплей великий. Не посмотришь. Почти RDR 2. Ребят, скоро выйдет вторая часть или уже вышла, там топ будет. Ведьмак от мира игр про зомби. Ребят, там во второй части вообще топ будет, говорят. Боже, русский не может потерпеть. Русский всегда терпит. Там во второй части будет вообще прикольно. Там, короче, надо будет бежать в основном и прыгать на продолжать. О, это вообще, это новое. И убивать типа, зомби палками. Неплохо. Круто. Надеюсь, мне нравится, надеюсь, там не будет оружия огнестрельного. Нахуй он нужен. Ну, оно будет. Палки будут, палки. Палками только можно будет драться. Палки вот это нормально. Это тупо как в России. Палками все бьют. Болотный, что скажешь? Игра топ. Да, топчик, да. Согласен, полностью. Не подходит. Ну ты это. Я этого дауна убил, блядь. Батылок, блядь. Я так хочу, вот чтобы ХПГ началось, у меня эта игра выпала, вообще было бы кайф. Это да, ХПГ хочется реально. ХПГ, что ХПГ хочется. Надо будет обдумать данный вопросик. Я готов после Нового года запустить ХПГ. После Нового года, да, вот. Same. Давайте его захуярим. Число так пятого. Я бы себе взял видеокарточку, я бы тупо в ХПГ залетел. О, Патрик, ты с нами будешь. А какую карточку? Мы там улучшим правила и сидим. Обсудим их, наконец-то. Обсудим, да. Пошли. Обкашляем правила, наконец-то. Морти? И где Морти, уродец конченый? Он, короче, самое...
Самое душное, почему я дропнул, блядь, ёбаное ХПГ, это потому что, чтобы мне наролить игру, которая, блядь, есть, сука, на торренте, и которая, ну, ее можно будет скачать и так далее, блядь, на мою там цену, нахуй, я бы тратил 3 часа, и в итоге нарыл себе какую-то игру, которая, блядь, проходит 100 часов и хуй забил, короче, из-за этого, блядь, ну, это просто нереально, блядь, я просто сел 3 часа, блядь, ролил эту хуйню, блядь, заходил, качал, оно не качалось, я говорю, ну, блядь, что мне делать, нахуй, не качается, блядь, я реролил, нахуй, реролил, пока не нарыл игру, которая не проходит, блядь, просто вообще, нахуй, и, я уже, чтобы, ну, до этой игры, которая не проходит, мне еще 10 таких же, блядь, выпадало за луп, таких же, каких-то 8-битных, блядь, и я их просто откатывал, они были все на 100 часов, и поэтому у меня было минус 200 поинтов с каждой, блядь, этой игры, ёбаные, блядь. Короче, да, это охуенно, отличное ХПГ, блядь, было вообще вау. Который пускает тогда? КПГ? Нет, если нормально сделать, блядь, если нормально, года. Как-то подумать, блядь, как сделать нормально, можно, то вообще кайф. Если сделать, блядь, то же самое, идите нахуй. Это было вообще кайф только, блядь. Только вот на первом отрезке надо что-то по отрезке делать, потому что... Ну я... Значит, еще поднимать рейтинг больше было, еще ну, как-то, да. 75% не знаю, что такое, потому что... Ну вот потому что я же фул прошел первый отрезок, мне там какие-то более-менее игры выпадали нормально. Там я в этот Call of Juarez, блядь, 15 часов играл, блядь. После первого отрезка все остальные нормальные, там находятся игры. Ну да, но я опять снова на первый отрезок когда попал, блядь, эти вот первые три отрезка, наверное, полный колы выпадают, блядь. Не, могу сказать за себя, там хорошие были игры. Но вот кроме РГГ вот этого дерьмового, все хорошее было. Не, РГГ вообще надо убрать полностью, потому что это хуйня, блядь. Потому что хуйнишь игру, блядь, еще нахуй, она, блядь, будет работать через кал, блядь. Говно, блядь. Да, да. Я думаю, надо, короче, надо во-первых, надо, короче, сделать как вот на новом ХПГ, типа, когда... Нихуя себе ты, блядь, захотел. Не, ну хотя бы не с картой, не с этим, я не про карту. А про что, блядь, про шмотки, эти что-нибудь одеваются? А про то, что на каждой ячейке, вот они вступают на ячейку, допустим, да? Там на каждой ячейке игра с определенным жанром и с определенным годом, типа, там нет говна. У них нет вот этих JRPG на 1000 часов, блядь. Там все офигенно фильтруется. Как-то так, если сделать, то вообще кайф. Ну, это реализовать сложно. Я считаю, что ХПГ без говна, это не ХПГ. True. Ну тогда я рофик бал. В том ХПГ, что они играли, было говна много. Было много говна, да, но там не было JRPG на 1000 часов. Да и хуй с ним, просто можно просто запретить их. JRPG как бы... У нас там отрезок, по-моему, 800 тысяч, короче, он супер JRPG-шный, там просто дохуя аниме игр, блядь, японские. Там просто, в основном, там где-то на 70, наверное, игры японских на этом отрезке, что просто, ну, никто не делает за такую цену деньги. Все, ухожу нахуй. Ебать. Нет, вы просто зайдите... А нахуя ты вышел? Вы просто зайдите на мой, вот на прошлый ХПГ, в мой док-файл, и посмотрите, какие игры мне выпадали. И просто я, ну, будете в шоке. Мне везло жестко с играми на ХПГ. На ХПГ это говно. Ну, еще мне не очень нравится, что никто не стримит, как бы. Потому что я начал стримить, и там просто меня жестко душит вот это вот... переключение между всякой хуйней, блядь, игрой, блядь, я заебался эту всю хуйню. Честно, Сус, вот сейчас началась нормальная сюжет. Круто. Вовремя, как в доте, да, надо играть через 100 часов, чтобы игра начала идти. Так, я закажу Гарри сам, что придумал. А я не буду заходить. Я в Гаррике. Сейчас это. Андрюха, ты пойдешь? Андрей, мутьте.